26 сентября в 19 часов Артур Парфинчиков проведет прямую линию в соцсети ВКонтакте. Вопросы можно задать как во время трансляции, так и прислать их заранее, оставив комментарий в паблике «Республика Карелия». С 21 сентября по 4 октября в кинотеатре «Премьер» пройдут показы российского документального фильма «Лист ожидания». Это фильм о донорах костного мозга, людях, спасающих больных раком крови. 21 сентября в Беломорске пройдет фестиваль поморской культуры. Этнокультурный проект «Море Помор» получил поддержку фонда президентских грантов в 2019 году. Он направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия поморов. Мэрия Петрозаводска призвала бизнесменов привести вывески в центральной части города в соответствии с требованиями до 12 декабря. Они должны быть безопасными, соответствовать архитектурному облику города и не превышать допустимую яркость подсветки. Кафедра фармакологии ПетрГУ объявляет о сборе экспонатов для музея фармации. В качестве экспонатов можно приносить справочники, старинные рецепты, гербарии, аптечную посуду, оборудование и даже мебель. За прошлые сутки жители Карелии перевели мошенникам более 400 тысяч рублей. Тем временем жительница Пудожа сама открыла фиктивный интернет-магазин. От ее действий пострадали жители многих российских городов.